Задолжал своему ребенку 1 000 000 рублей, даже не думал платить алименты. Служители Фемиды разыскали злостного уклониста и доставили в управление Федеральной службы судебных приставов по республике. Теперь 39-летний мужчина может провести за решеткой 2 недели. Житель Чувашии уже 13 лет уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка-инвалида. Должник неоднократно привлекался к отработке обязательных работ, отбыванию административного ареста, а также 4 раза был привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов. По словам судебных приставов, если мужчина не трудоустроится и не приступит к исполнению своих обязательств, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года. Всего в Чувашии с начала года сотрудники службы взыскали почти 500 миллионов рублей задолженности с неплательщиков алиментов на содержание детей. Сегодня на исполнении находится более 6 000 таких же дел. Судебными приставами-исполнителями принимаются все меры для трудоустройства должников путем направления их в центр занятости населения. Так, у нас на сегодняшний день практически 49% должников трудоустроены, и из их заработной платы удерживаются алиментные платежи. Вместе с тем, половина должников у нас не уклоняются от трудоустройства. Всеми способами пытаются скрыть свои доходы. К ним применяются меры административной и уголовной ответственности.